ты будущий чемпион чистости, да? Спортом будешь заниматься? Молодец. Чистополь завершил череду торжеств, посвященных подготовке к новому учебному сезону. В Скорятинском саду глава муниципального района поблагодарил представителей бизнеса за поддержку и личное участие в акции «Помоги собраться в школу». Благодаря ей в каждом микрорайоне города первоклассники, дети из многодетных и малообеспеченных семей, получили в подарок новые портфели и канцелярские принадлежности. Родителям хочу пожелать, чтобы ваши дети были самыми счастливыми, самыми успешными, чтобы у них в жизни все удалось. Я вас всех поздравляю с этим прекрасным праздником. В оказании помощи нуждающимся школьникам, кроме бизнесменов, принимают участие общественные организации, депутаты и волонтеры. Для большинства родителей это существенная поддержка. Примерно 5 тысяч. Это только на одежду надо. Отдельно портфель, канцтовары – это уже где-то 2500. Вот то, что это уже нам помогли, это уже большой плюс. Сэкономили. Да. Всего в Чистополь отправится на занятия 900 первоклассников. В муниципальном районе для них распахнут свои двери более 30 школ. В Скорятинском саду дети делятся своими впечатлениями, рассматривают подарки и мечтают поскорее переступить порог учебного заведения. Учиться, читать, писать. Хочется поскорее пойти в школу? Да.